Привет, друзья! Меня зовут Надя Янковая, и я являюсь инструктором Международной школы йоги, и мы с инструкторами команды «Йоги без границ» продолжаем серию бесплатных онлайн-занятий по хатха-йоге. «Шалом!» сказала сегодня утром великолепная Яна Лев из Израиля и зарядила всех на целый день замечательным комплексом «Сурья Намаскар». Друзья, кто не успел посмотреть этот комплекс Яны, вы можете посмотреть видео в записи на страничке «Йоги без границ». В 2 часа дня из Грузии Аня Девятая сказала всем «Габарджоба!» И все вместе занимались ее замечательным, бодрящим, динамическим комплексом. И сейчас вечернее занятие проведу я, Надя Янковая, из Одессы, из Украины. И говорю я вам «Добрый вечер!» Друзья, первый раз веду занятия в таком вот формате. Пожалуйста, пишите мне свои сообщения, пишите, из каких вы стран, из каких вы городов. Подготавливайте себе место для практики. Для этого подойдет любой коврик, подстилка, все, что вам удобно. Приглашайте с собой заниматься своих друзей, родственников, детей, животных. Вместе позанимаемся сейчас хатха-йогой. Ну что, потихоньку начнем. Начнем разогревать тело, подготавливаться. Усаживаемся удобно на коврик. Садиться мы должны на ягодицы. Вот, возьмите себя ладошками за ягодички и достаньте себя, распластайте ягодицы по коврику, так, чтобы вам было удобно. Тут очень важно, когда вы садитесь, сидеть с ровным позвоночником. Тут важно не заваливаться поясничкой назад. Если вам неудобно таким образом сидеть, можете использовать любое подручное средство. Например, взять книжку и подложить. Берите книжку, кому неудобно сидеть, и подложите себе книжку. Ноги опустятся немножко ниже, и поясничка выровняется. Тут важно не заваливаться на поясницу. Если же и на книжке вам неудобно, вы можете сесть на коленки. Итак. Усаживаемся на ягодицу. Еще раз, усадили себя удобно. Проверьте, удобно ли вам сидеть. Напишите, удобно ли вам сидеть сейчас на ягодице. Теперь ягодицу немножко подсократите. И ягодичками как бы выталкиваем лобок вперед и тянем его к пупку. Здесь образуется такая скобочка, напрягается нижний пресс. И таким образом поясница немножко расслабляется и вытягивается. Подсокращаем мышцы пресса. Расслабляем плечи, делаем небольшие круговые движения в одну сторону, в другую сторону. Раскрываем грудной отдел, лопатки собираем вместе тянемся лопатками друг к другу, тянемся лопаточками друг к другу и опускаем лопатки по позвоночнику вниз. Выравниваем спину, потянулись макушкой вверх, ягодицами давим в землю, еще макушкой дотягиваемся вверх. Можно прикрыть глаза, прикрываем глазки и прислушиваемся к ощущениям в своем теле. Как чувствуют себя мышцы, как нам удобно, неудобно сидеть с ровным позвоночником. Постарайтесь какое-то время удержать свою силу в ровном состоянии. Макушкой старайтесь подбородком не задирать подбородок вверх. Тянитесь подбородком в яремную впадину. Как бы натягиваем здесь, не опускаем голову, а тянемся подбородком к яремной впадине. И немножко затылок подаем назад. Сидим с ровным позвоночником. Прикрываем глаза. Успокаиваем, выравниваем дыхание. Дыхание становится более глубоким, чем обычно. Делаем глубокий вдох. Выдох. Еще раз делаем глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох, прислушаемся к ощущению в своем теле, как наши мышцы себя чувствуют в руках, в запястьях. Мысленно вниманием пройдитесь по каждому пальцу, расслабьте ручки. В тонусе сейчас должны находиться мышцы, которые удерживают позвоночный столб в ровном положении. Лопаточками тянемся друг к другу. Прислушайтесь к ощущениям в бедрах, в ягодицах.
в голенях, в икроножных мышцах, в стопах. Ноги могут лежать в полулотосе, можно по-турецки усесться, как удобно. Главное, чтобы поясничка была ровная. Прикрываем глаза и начинаем разогревать шею. Делаем круговые движения шеи. Медленно-медленно, без резких движений, начинаем прислушиваться к тем ощущениям, как разогреваются мышцы шеи. Представьте, что мышцы, которые удерживают позвоночники шейного отдела, это как замерзший пластилин. И вам нужно этот пластилин сейчас разогреть. Если начать резко пластилин растягивать, он поломается. Вот, то есть медленными-медленными круговыми движениями разогреваем шею в одну сторону. Не спешим. Каждый раз радиус поворота делаем чуть-чуть больше. В одну сторону. Продолжаем разогревать шею. Внимание сейчас собираем шею. Все мысли сейчас о шее. Прислушиваемся, как разогреваются мышцы. В одну сторону, в другую сторону. Разогреваем шею, делаем наклоны головой теперь вперед-назад. Вперед, носом тянемся в пол, спина ровная, лопатки тянутся друг к другу, носом тянемся в пол, вниз. Теперь голову тянем назад. Но мы здесь в этот момент, когда голову тянем назад, мы концентрируем внимание не на затылке, не загибаем сзади шею, а внимание переводим в подбородок и подбородком максимально тянемся к потолку. Тянемся к потолку, потянулись. Еще нижнюю челюсть чуть-чуть можно вытянуть к потолку повыше. Тянемся подбородком к потолку. Теперь опускаем голову вниз, носом тянемся к полу. Назад голову, подбородком вверх. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Продолжаем. Продолжайте разогревать шею. Я пока почитаю, что вы написали. Друзья, если появляются вопросы, задавайте их здесь. Пишите, из каких вы городов. Ой, спасибо всем за сердечки, смайлики. Львов, привет Львову. Наклоны головой теперь делаем вправо-влево. Когда мы наклоняемся вправо, мы тянемся ухом к правому плечу. Смотрите, что нельзя делать, выполняя это упражнение? Плечи поднимать. Зафиксируйте плечи на одной линии. И тянемся теперь правым ухом к правому плечу, потом левым ухом к левому плечу. Поехали. В одну сторону, в другую, без резких движений. Такое ощущение, что голова перетекает. Справа, налево. Справа, налево. Продолжаем. И сейчас наклоните голову вправо и чуть-чуть натяните мышцу, противоположную слева, мышцу шеи. Натягиваем мышцу шеи. Дыхание при этом глубокое. Дышим глубоко. Дотягиваем еще эту мышцу. Еще немножечко, чуть-чуть дальше ухо. Плечо не поднимаем, плечо опускаем. Плечо не поднимается к уху. Ухо тянется к плечу. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую. Теперь левым ухом тянемся к левому плечу. И растягиваем мышцу справа. Ручкой даже можно оказать небольшое сопротивление. Дышим глубоко. Затылок чуть-чуть повели назад. Глаза прикрыты. Внимание сейчас в той мышце, которую мы растягиваем. И дышим глубоко при этом. Дыхание не останавливается. Смотрите, во время растяжки главное не останавливать дыхание. Да? Дыхание спокойное, глубокое. Не надо делать резких никаких движений. Потому что и не надо останавливать дыхание. Продолжаем. Делаем глубокий вдох в одну сторону. Выдох, поднимаем голову. Вдох в другую сторону. Вот. Теперь выполняем повороты головой справа-влево. При выполнении поворота важно удерживать подбородок параллельно полу.
И поворачиваемся к правому плечу, к левому плечу, к правому, к левому. Подбородок параллелен полу, затылок тянем немножечко назад. Проверьте свои лопатки, не вылетела ли поясница. Если стало неудобно, усадите себя удобно на ягодицах. Продолжаем повороты головой вправо-влево. Достаточно. И теперь еще раз круговые движения шеи в одну сторону. Поворачиваем шею в одну сторону. Молодцы. И в другую сторону. Прислушиваемся, как уже разогрелась мышца. Окей. Достаточно. Усаживаемся ровно. Протянули себя за макушку вверх. Ягодицами тянемся к земле. И прислушиваемся сейчас к ощущениям, которые вы почувствуете в области шеи. Как разогрелась кожа, как разогрелись мышцы, как ощущается воздушек вокруг тела. Прислушаемся, как волосы соприкасаются с шеей. Дыхание глубокое. Молодцы. Давайте сейчас делаем небольшой самомассаж для кожи на голове. Разогреем кожу на голове и еще доразминаем немножко мышцы шеи. Люди, которые сейчас очень много времени проводят за компьютером, вот, часто бывает, что сутулится в шейном отделе, в шейно-грудном отделе. И эти мышцы напрягаются и зарегиживаются. И не нужно как бы игнорировать момент работы с телом. Да, периодически себе можно сделать самомассажик этой области, да, снимать немножко это напряжение. Мы же замечали, что когда вы сидите долго за компьютером, само тело вам подсказывает сделать, как-то разогнуться хочется. Сейчас разогнемся. Давайте сначала разогреем чуть-чуть ладошки. Разогреваем холодными руками, себя не трогайте, только теплыми. Разогреваем ладони до появления жара. Да. И теперь теплыми такими пальчиками начинаем себе массировать голову. Массируем подушечками пальцев, впиваемся в корни волос. И массируем. Девчонки, кто сейчас занимается, снимайте резинки, сережки. Делайте максимально возможный доступ к корням волос. Хорошо, размассируем себе кожу на голове. Можно взять себя за волосы и немножко потянуть. Сделать такой массаж волосяным луковицам. Продолжаем. Достаточно. Теперь голову наклонили влево, и у нас освободилась правая сторона, натянулась правая мышца. Вот, берем себя ручкой за эту мышцу и начинаем ее легонечко пощупывать. Пощупываем эту мышцу. Слушай, как бы немножко, как бы берем мышцу и от косточки чуть-чуть отодвигаем. Берем за мышцу и от косточки отодвигаем. Вот я на руке покажу таким образом. И оттягиваем мышцу. Продолжаем массировать себя. С одной стороны. Можно мышцу на руке тоже размассировать. Такими пощупывающими движениями. Как бы мышцу берем, вот поймали мышцу и оттягиваем ее от косточки. Достаточно. И с другой стороны. Эту практику можете сделать индивидуально, хоть 20 раз в день, каждый раз, когда чувствуете, что появилось напряжение в шее. Разминаем шею. Молодцы. И сейчас усаживаемся опять ровненько. Проверьте, чтобы вы сидели на двух ягодичках. Вес тела распределен по двум ягодицам был. Лобок тянем к пупку. Плечи, лопатки собираем, опускаем вдоль позвоночника. Плечи расслаблены, ручки расслаблены, затылок немножко назад, прикрываем глазки и прислушиваемся к ощущению в шейном отделе. Разогрелась шея? Продолжаем. Вытягиваем руки теперь вперед, разогреваем запястья сейчас. Сжимаем сильные кулаки, подвинусь чуть-чуть ближе к вам. И начинаем круговые движения кулаками. Медленно, так, в таком же темпо-ритме, как мы разогревали шею. Медленно, без резких движений. Не делаем так резко, а потом медленно.
или медленно, а потом резко, да, то есть круг с одинаковой скоростью обрисовываем кулаком. В одну сторону. Кулаки сильно сжимаем кулаки. Локтями себе не помогаем, могут локти сейчас включиться, и вот такое вот получается, да, локти зафиксируйте. Только суставы разогреваем. Запястье сейчас. Внимание в запястьях. Прислушайтесь, как меняется температура в запястьях. Как меняется температура кожи на запястье. В одну сторону, в другую сторону. Дышим при этом глубоко. Дыхание не останавливается. Дыхание спокойное, глубокое. Внимание в запястьях сейчас. Достаточно. Разводим руки в стороны. И делаем круговые движения локтями. Внимание сейчас переводим в локти. В одну сторону и в другую сторону. Достаточно. Опускаем руки. Вот. И теперь мы делаем круговые движения плечами. Только плечами. Делаем максимально возможный круг. В одну сторону. Затылок оказывает небольшое сопротивление и тянется назад. Круговые движения только плечами выполняем. Внимание сейчас в плечевых суставах. Смазываем суставчики изнутри. Медленные движения. В одну сторону, в другую сторону. Дыхание глубокое-глубокое при этом. Достаточно. Немножко потрусили ручками, расслабили ручки. Следующее упражнение, мы в школе называем его пингвинчик. Натягиваем на себя пальцы рук, вот таким образом. Каждый пальчик натягиваем на себя. Пройдитесь вниманием по каждому пальцу. Назовите его большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. И все пальцы натяните на себя. Локти ровные, плечи опущены. И со вдохом поднимаем две руки вверх. Вдох. И тянемся ладошками к потолку. Тянемся, тянемся, тянемся ладошками к потолку. Тянемся, тянемся. Дыхание не останавливается. Дышим к потолку, а дышим глубоко, а ладошками продолжаем тянуться к потолку. Вдох. И с выдохом медленно опускаем руки вниз. Прислушаемся, как поменялась температура сейчас на поверхности кожи рук. Теперь также такие же сильные сжимаем кулаки и с глубоким вдохом поднимаем руки вверх. И кулаки сжимаем сильные. Вдох. И с выдохом опускаем вниз. Выдох. Достаточно. Положили расслабленные ручки на колени. И прислушиваемся к ощущениям в руках. Как руки сейчас себя чувствуют? Напишите, друзья, как сейчас себя чувствуют руки. Расслабились, разогрелись. Как мышцы ощущаются, как температура в ручках ощущается, что с такими ручками хочется делать. В ручках появилась сейчас активность, они более жизненными стали. Хочется им как-то подергать, что-то поделать, да, то есть уже проснулись ручки. Теперь укладываем ладошки себе на колени, переходим к разогреву грудного отдела и со вдохом максимально грудью тянемся вперед, только грудью, ни носом, ни подбородком. Только грудью тянемся вперед, а затылочком отказываем сопротивление назад. Вдох, делаем глубокий, сейчас я покажу таким образом. Вдох. И с выдохом сутуливаемся максимально в грудном отделе. Сутуливаемся, сутуливаемся. Подбородок тянем к иремной впадине. Такой знак вопроса делаем из позвоночника. Выдох. Вдох, прогибаемся в грудном отделе. Выдох, сутуливаемся в грудном отделе. Вдох, глубокий, глубокий, глубокий вдох делаем. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. Вдох. Не делаем сейчас резких движений, а пересекаем из одного положения в другое. Выдох. Вдох. Согласовываем. Сначала дышим, а на дыхание уже накладываем упражнение. Выдох. Вдох, разогреваем грудной отдел, раскрываем максимально грудь и тянемся вперед. Выдох. Молодцы. Достаточно. Саживаемся на ягодицы.
Правую руку ложим рядом с собой на предплечье. Корпус сейчас параллелен экрану компьютера либо мобильного приложения. Вот. Вторую руку поднимаем вверх, растягиваем все пальцы, натягиваем каждый палец на руке, лопатки тянем друг к дружке и со вдохом поворачиваемся к потолку. Поворачиваемся грудным отделом к потолку, смотрим грудью на потолок и дышим глубоко. Вдох. И еще немножко дотягиваем себя. Выдох. При выдохе микродвижение на сутуливание делаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще максимально дорогие. Если шея устает, можете посмотреть на руку, которая плотненько прижата к полу. Посмотрите на руку. Шея не должна сейчас напрягаться. Сейчас все внимание в грудном отделе. Теперь ручкой поищите место, в котором вам будет комфортно. Может быть, над ухом положите руку или дальше к спине отведите руку. Да, вот поищите комфортное место для руки. Еще вам тело подскажет, как хочется дотянуть еще руку. И рука сильная, натяжение по каждой мышце, каждый палец натянут. И вот найдите такой воздушка, как подушечку, уложите руку на подушку. Вот, вы найдите такое положение, чтобы вам было в нем удобно максимально долго находиться. И дышим глубоко. Грудью смотрим на потолок. Молодцы. Еще один глубокий вдох. И с выдохом собираем себя, возвращаем в ровное положение. Немножечко сутуливаемся в грудном отделе. Посидели сутулиные. И со вдохом делаем то же самое упражнение на противоположную сторону. Укладываем теперь левую руку на пол. Пальчиками плотненько прижимаем к полу. А вторую руку поднимаем вверх. Натягиваем каждый палец. Обратите внимание по каждому пальцу. Дотяните вверх. Большой палец, средний палец, указательный, безымянный, мизинец. И теперь разворачиваем корпус к потолку. Грудным отделом смотрим на потолок и дышим глубоко. Дышим, дышим, дышим. С каждым вдохом пытаемся дораскрыться в грудном отделе, а с выдохом немножко расслабляем корпус. Вдох, еще дотягиваем себя к потолку грудным отделом. С выдохом расслабляемся. Вдох, еще дотягиваем, дотягиваем себя грудным отделом к потолку. С выдохом расслабляемся. Вот, теперь рукой поищите место, в котором ей будет комфортно. Может быть, где-то над ухом. Чуть-чуть назад завести, может быть, руку. Чуть-чуть вверх поднять. Да, вот поищите место рукой, где будет еще, где хочется еще дотянуть мышцу. Пальцы продолжаем удерживать в натянутом положении. Натяните каждый палец. И уложите ручку на подушечку из воздуха так, чтобы руке было комфортно. Несколько глубоких вдохов-выдохов. Грудным отделом смотрим на потолок. Лопатки тянем друг к дружке. Шею можно расслабить, чтобы снять нагрузку. Головой потрясите вправо-влево. Да, можете посмотреть на руку, которая лежит на полу. Не напрягайте шею. Мы сейчас разогреваем сейчас грудной отдел, руки. Выдох. Возвращаемся в исходное положение. И немножко сутуливаемся. Продолжаем. Вдох, прогибаемся хорошо в грудном отделе, выдох. Теперь те два упражнения, которые мы только что делали, вместе с сутуливанием в грудном отделе, мы сейчас соединим. То есть мы сначала сделаем вдох, развернемся грудным отделом к потолку в одну сторону, на выдохе мы сутуливаемся и на вдохе раскрываемся в противоположную сторону. Поехали. Давайте. Выдох, сутулились. Вдох в правую сторону, раскрываемся в грудном отделе. Выдох, сутуливаемся. Вдох, перетекаем в противоположную сторону. Выдох, сутуливаемся. Вдох, перетекаем в противоположную сторону. Да? И теперь тут очень важно, выполняя это упражнение, дышать. Делаем глубокий вдох, раскрываемся в грудном отделе. Выдох, сутуливаемся. Продолжаем. Вдох. Выдох. Следите, чтобы ягодицы не отрывались от коврика.
Вдох. Выдох. Ну, все тело, оно такое, как речечка, течет в одну сторону. Раскрываемся в грудном отделе, натягиваем все пальчики. Выдох. Вдох. Смотрим на потолок теперь с другой стороны. Выдох. Молодцы. Достаточно. Раскрываемся в грудном отделе. Потянулись макушкой вверх. И прислушиваемся сейчас к ощущениям в руках, в грудном отделе. Молодцы. Достаточно. Переходим сейчас к ножкам. Вытягиваем ноги перед собой. Так, я сейчас компьютер. Ага, положу на пол. Мы сейчас с вами сделаем такую смешную картинку. Ага. Вот, доставлю компьютер сюда. И ногами тянемся вперед. Вот. Такие у меня большие пятки теперь будут. Но зато вам хорошо видно, как правильно натянуть пятки, носки на себя. То есть каждым пальцем мы тянемся к себе. Угу. Тянем, тянем, тянем. Коленную чашечку поднимаем вверх. Сидим мы на двух ягодицах. Руками можно облокотиться сзади на коврик. Удобно, да? Спина сейчас расслаблена, грудной отдел расслаблен. Сильное натяжение сейчас в ногах. И разогреваем сейчас суставы в ногах. Натягиваем пальчики вперед. Сжимаем пальцы в кулаки. Разгибаем спортивный носок. Балетный носок. Максимально пальцы сжимаем. Тянемся пальцами к полу. Продолжаем. В одну сторону, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую. Теперь ножки кнутри, угу. Кнаружи, вовнутрь, кнаружи. Лопатками потянитесь друг к другу, кнутри, кнаружи. Внимание от суставов, дыхание глубокое. Угу. Разогреваем суставы в ногах. Угу. Прислушаемся, как меняется сейчас температура тела. Суставчика, который мы разогреваем в одну сторону, в другую. Молодцы. Теперь одну ножку расслабляем. Ведь это, у меня это левая нога. Левую ногу расслабляем. Правую тянем вперед. Вытягиваем балетный носок. И теперь рисуем круг большим пальцем. В одну сторону. Внимание сейчас в суставе, который мы разогреваем. И в другую сторону. Разогреваем, да, сустав в одну сторону и в другую сторону. Теперь внимание переводим в колено. Делаем круговые движения к коленам. Рисуем большим пальцем, как циркулем, круг. В одну сторону. Круговые движения к коленам. И в другую сторону. Можно лечь на предплечье, руки поставить, да, внимание сейчас в колени, разогреваем полностью, да, не делаем резких движений, это не движение, а на скорость. Угу. Прислушиваемся, как меняется температура в колени, сейчас коленной тяжести. Угу. Можно погладить себя за коленко. Ага. Вот. И теперь разогреваем область, зону паха, тазобедренный сустав сейчас разогреваем, да, теперь круговые движения в тазобедренном суставе. Угу. Круг. Угу. Круг. В одну сторону, в другую сторону. Угу. Да, молодцы. Натягиваем теперь сильную ногу вперед. Удерживаем балетный носок. Коленную чашечку тянем к себе. Вверх поднимаем ее. И напрягается сейчас мышца бедра. Потрогайте, мышца бедра сильная. И тянем ножку вперед, 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 удерживаем ее на весу, тянем от себя, как будто вас кто-то схватил за лапу и тянет к себе вперед, а вы оказываете ягодицами сопротивление, растягиваем ножку. Молодцы. Опускаем ногу, расслабляем. Немножко потрусите, снимите с нее нагрузку и вторую ножку. И натягиваем стопу на себя, теперь в балетный носок и выполняем круговые движения стопой. В одну сторону, в другую сторону. Внимание сейчас в стопе. И в другую сторону. И достаточно. Носочек на себя, от себя.
И теперь круговые движения коленом. Внимание переводим в колено. И большим пальцем, как циркулем, рисуем круг. В одну сторону и в другую сторону. Внимание в колени, дыхание глубокое. И теперь разогреваем тазобедренный сустав. Круговые движения тазобедренным суставом. Продолжаем. В одну сторону и в другую сторону. Достаточно. Поднимаем ножку, удерживаем на весу и тянем ее вперед. Тянем вперед. Теперь у меня это левая нога. Ага, тянем левую ножку вперед. Тянем, тянем, тянем. Как будто вас за лапу кто-то тащит, 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 тащит. Сильно, сильно тащит, тащит. Да, да, да. Ягодицы оказываем сопротивление. Коленную чашечку тянем к себе. Угу. Мышца бедра сейчас натянута. Растягиваем ножку. Тянем, 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 тянем. Молодцы. Отпускаем ножки. Ножки теперь выставляем впереди. И немножко потрусили, расслабили. Постучали по коврику ножками, да, немножко в стороны поразводили. Ну, вовнутрь пособирали, да, расслабляем полностью ножки. Расслабляем, расслабляем. У-у-у. Молодцы. У-у-у. Продолжаем. Так, окей, теперь смотрите, правую ногу выставляем в колени, сгибаем в колени, так, чтобы бедро было параллельно полу, а голень была под углом 90 градусов к бедру, а вторую ногу укладываем сзади на колено, вот таким образом, вот, вторая ножка сзади расслаблена, правая нога впереди согнута в колени, левая нога сзади, лежит на колени, расслабленно. Со вдохом поднимаем ручки вверх, раскрываем себя в грудном отделе, макушкой тянемся вверх и с выдохом немножко пружиним, садимся вниз. Тянемся зоной паха к коврику, как будто стекаем. Вдох, потянули себя макушкой вверх, выдох, опустили вниз. Вдох, да, раскрылись в грудном отделе, тянемся макушкой вверх. Выдох, стекаем вниз. Вдох, еще дораскрываемся в грудном отделе. Дораскрываемся. Такое ощущение, что руки кто-то сзади ваши взял и пытается их соединить у вас за спиной. Раскрываем максимально руки. Макушкой тянемся вверх, голову назад, не запрокидываем. Макушка вверх, тянемся, грудной отдел раскрыт максимально. Вдох, тянемся макушкой вверх. Выдох, стекаем вниз. Вдох, тянемся еще макушкой вверх. Выдох, стекаем вниз. Молодцы. Поднимаемся и усаживаемся на ножку, которая сзади у нас. Да, сгибаем ее в колени и усаживаемся на эту ножку так, чтобы пятка попала между ягодиц. Поднимаем ровные руки вверх. Тянемся, тянемся вверх. И с выдохом тянемся к ноге, которая ровно лежит перед нами на коврике. Тянемся вниз к ровной ноге. На колено на себя. Подтянули колено на себя. Угу. Носочек натянули на себя. Макушкой тянемся вперед. Грудной отдел раскрыт. Лопатки тянем друг к дружке. И с каждым выдохом подтягиваем мышцы пресса. Тут не важно носом достать до пола. Здесь важно удерживать ровную спину. И когда вы подтягиваете с выдохом мышцы пресса, то поясница немножко расслабляется, и можно еще чуть-чуть ниже дотянуться. И главное, не забывайте дышать. Угу. Делаем вдох, и с выдохом тянемся вниз. Выдох, подтягиваем пресс. Вдох, макушкой тянемся вперед, грудное отдел раскрываем. Выдох, тянемся вниз. Вдох, выдох. Продолжаем, продолжаем дышать. Угу. Молодцы. Теперь перетекаем к ножке, которая впереди. Сгибаем ее в колени. Так. Сгибаем ножку в колени и укладываем перед собой на коврик. Нога, которая сзади, ровная. Да. И укладываемся на зону паха. Угу.
Раскрепощаем мышцы паха. Сейчас я повернусь, чтобы было видно. Вот таким образом. Одна ножка согнута в колене впереди. Вторая нога тянется назад. Вот, растягиваем мышцы паха. У кого хорошая растяжка, кому удобно, можете ножку впереди делать, ну, чуть-чуть ее больше раскрыть. Вот. Продолжаем. Дышим глубоко. Тянемся вниз. В грудном отделе не сутулимся. Продолжаем. Поднимаемся и максимально прогибаемся в грудном отделе. И здесь сейчас сделаем вот в этом положении упражнение, которое мы делали, разогревая шею. Круговые движения шеи в одну сторону. Потекли шеи в одну сторону и в другую сторону. В одну сторону. Молодцы. И в другую сторону. Достаточно. Теперь поменяли ножку. И впереди у нас сейчас будет левая нога. Левую ногу сгибаем в колени, ставим впереди на коврик. Вот так. Правая нога сзади. Вот таким образом. Вот. И со вдохом поднимаем ручки вверх, раскрываемся в грудном отделе. Макушкой тянемся вверх и с выдохом областью паха тянемся вниз. Вдох, макушкой тянемся вверх, раскрываемся в грудном отделе и с выдохом стекаем на коврик. Вдох, выдох, вдох. Ладошками тянемся за спиной друг к дружке, соединяем, раскрываемся максимально в грудном отделе, макушкой тянемся вверх. Выдох, еще стекаем вниз на коврик. Вдох, еще раскрываемся максимально в грудном отделе. Выдох, стекаем ниже на коврик. Молодцы. Теперь нога, которая сзади, сгибаем ее в колени. Усаживаемся на пятку. Пятку помещаем между ягодиц. Ножка, которая впереди, ровная. Носок натягиваем на себя этой ноги. Со вдохом поднимаем ручки и с ровной-ровной спиной тянемся к ровной ноге. Дышим. Каждым вдохом макушкой вытягиваем себя вверх за ровный позвоночник, а с выдохом подтягиваем мышцы пресса, расслабляя таким образом поясницу. Дышим. Глубоко-глубоко дышим. Вдох, еще потянулись макушкой вверх. Проверьте, чтобы максимально пальцы тянулись на вас. Тянем на себя пальцы. Коленную чашечку подтягиваем вверх. Нога сильная, ровная, вот, спина ровная, лопатки тянем друг к дружке, пресс подсобранный, макушкой тянемся вверх, вдох, выдох, еще тянемся ниже. Вдох, выдох, натяжение ощущается от большого пальца по пятке, по всей задней поверхности ноги, по пояснице, по грудному отделу и аж до макушки сзади чувствуется натяжение. Пройдитесь вниманием от пальца по задней поверхности ноги к макушке, где нет напряжения, натяжения. Попробуйте дотянуть мышцу, либо грудной отдел еще дораскрыть, либо пресс подсобрать, коленную чашечку натянуть, носок на себя натянуть. Дышим глубоко. Молодцы. Аккуратно выходим. Ножка, которая впереди, сгибаем ее в колени и укладываем свой корпус посерединке. Нога, которая сзади, остается ровная. И укладываемся на пол. Делаем такие вращательные движения вправо-влево в области ягодиц. Можно ножку чуть-чуть больше раскрыть, которая впереди. Либо, если не очень хорошая растяжка, можно ее под себя ножку положить. Ищите удобное вам положение. Дышим глубоко. Достаточно. Аккуратно поднимаемся и переходим к усаживанию в позу лотоса, которую я вам обещала. Так, для того, чтобы красиво усесться в позу лотоса, самое главное правило, чтобы получился лотос, ни в коем случае не заниматься растяжкой на надрыве. То есть постоянно, ну, дыхание должно быть глубокое, тело должно постепенно расслабляться, и от растяжки должно появляться такое микро-микро-маленькие наслаждения, включается внутри, да, вот приятно от самой растяжки.
не от результата, а от самого процесса. Вот, вот еще на миллиметр чуть-чуть растянулась ножка, еще на полмиллиметра, и уже что-то получается. И от этого прикольно, да? Не от самого лотоса, а от самого процесса усаживания в лотос. Давайте начнем с того, что мы усаживаемся в бабочку, ножки ложим перед собой. На ягодичках проверьте, чтобы вы на двух ягодицах сидели. Спинки ровные. Я так боком сяду. Спины ровные полностью. В грудном отделе дораскрылись. И немножечко поперекатывались, как бы пошагали на ягодичках. Вправо-влево, вправо-влево. Да, пошагали, пошагали, пошагали. Раскрепощаем зону паха. Немножечко попружинили. Чуть-чуть попружили, как крылышками попружинили. Попружинили. И еще раз вдох. Раскрываемся в грудном отделе. И с выдохом подтягиваем пресс. Укладываем ладошки перед собой. Вот. И вытягиваем за макушку ровный позвоночник вперед. Тут не важно улечься на пол, достать носом до пола. Здесь важно растянуть мышцы пояснички, расслабить поясницу. Поэтому с каждым выдохом обязательно подсокращайте мышцы пресса. Собирайте как будто бы живот вовнутрь. Вдох, макушкой потянулись вверх. Выдох, подсобрали мышцы пресса, потянули живот вовнутрь. Вдох, выдох. Вдох, макушкой тянемся вверх. Выдох, подсобираем мышцы пресса. Вдох, макушкой вперед. Выдох. Вдох. Еще, еще, еще. И дораскрепощайте, не рвите, дышите, обязательно дышите. Вдох, макушкой вперед. Выдох, подсокращаем мышцы пресса. Вдох, выдох. И постепенно такое, ну вот с каждым дыханием тело стекает вниз. Не рвем, не тянем его. У каждого свой уровень растяжки. То есть не нужно себя там надрывать, насиловать тело, издеваться. С любовью, да, с нежностью, с удовольствием и заботой к своему телу. Потекли вниз, потекли. С каждым выдохом все ниже и ниже стекаем. Вдох, макушка тянется вперед. Выдох, подтягиваем пресс. Молодцы. Аккуратно выходим. Еще раз прогибаемся в грудном отделе. Ручки расставляем в стороны, поднимаем их. И тянемся назад. Каждый палец да натяни. Каждый пальчик. И тянемся, прогибаемся в грудном отделе. Да, прогибаемся в грудном отделе максимально. Да, макушка вперед. Макушка вверх, грудью вперед. А ручками оказываем сопротивление. Тянем назад, дышим глубоко. Молодцы. Опускаем руки. Переходим к растяжке ног дальше. Поднимаем одну ножку. Обнимаем ее. И начинаем ее раскачивать. Колено отталкивая назад. Внимание в области паха. Поехали. Назад колено. Назад. 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 Прижимаем ножку к животу. Да, назад коленка, укачиваем. Держим себя за лапку, да, и укачиваем, раскачиваем. Назад, назад. Продолжаем. Поднимаем ногу выше, тянем ногу к грудному отделу. Тянем, тянем ножку к грудному отделу. Да, у кого не получается достать ногой до грудного отдела, вот, как получается, так получается, ну, все равно покачайте ее так, так получается, покачайте ее так, да, то есть насколько хватает растяжки. Главное, глубоко дышите при этом. И как будто затекает ножка назад, туда, сюда, да, тянем, тянем ножку, да, раскрепощаем зону паха. Назад колено заводим, но внимание в области паха. И все, у кого хорошая растяжка, можете пяткой дотянуться до уха. Тянемся пяткой к уху, тянемся. Если не получается, как получается, да, уже ухом к пятке тянемся. Как получается, как хватает растяжки. Дышим глубоко. Дышим, тянемся пяткой к уху, продолжаем, да. И у кого уже хорошая растяжка, можете ногу положить за голову. Самостоятельно, у кого не очень хорошая растяжка, не рекомендую сейчас делать упражнение. Молодцы. Давайте теперь ножку, которую мы растягивали, выравниваем ее. Берем за большой палец, да, и выравниваем в колене ногу. Выравниваем. Прогибаемся в грудном отделе.
Максимально лопатки сзади соединяем, макушкой тянемся вверх, дыхание глубокое, ногу тянем на себя, продолжаем, дышим глубоко, еще выше ногу и немножко назад ее заводим, назад, за себя, раскачиваем ножку, еще выше ногу, молодцы, медленно ногу опускаем и укладываем перед собой. Достаточно. Запомнили, какая это была нога? У меня это была правая нога. Вот. Теперь две ножки согнули в колени. Колени. Прижали к себе. Сутулили спинку. И делаем аккуратно качалочку на коврике. Позвонок за позвонком. Закатываем на спинку. Оп. И вперед. Оп. И вперед. Такой качалочка такая. Покатались на спинке. Ножки расслабили. Покатались на спинке. Достаточно. Раскрылись в грудном отделе. Ноги укладываем опять перед собой. Теперь берем противоположную ногу, левую. Берем, обнимаем ее и начинаем его укачивать. Колено подаем назад. Дышим глубоко. Да, раскрепрощаем зону паха. Дыхание глубокое, упражнение приятное. Получаем удовольствие от растяжки, дыхание, да, настроение. И такого, знаете, настроение экспериментатора, вот как дети маленькие экспериментируют с телом, да, и шпагат сесть могу, и на голове постоять могу, и на дерево залезть могу, да, вот в таком настроении гораздо легче получится растяжка, да, в таком, и экспериментаторство со своим телом. Что оно еще может, на что оно еще способно? Это же так интересно изучать себя, свое тело. Колено назад, назад, назад колено. Да, теперь к грудному отделу подняли ножку. Да, и продолжаем колено назад. Обнимаем двумя ручками ногу, да, и назад. В грудном отделе ровненько сидим, лопатки тянем друг к дружке. Собираем такое ощущение, что между лопатками у вас коробок спичек. Вам нужно убежать этот коробок спичек. Сожмите коробок спичек лопатками. Спинка выровнялась, затылок чуть-чуть назад подали, да, с ровными спинками. Продолжаем тянуть ножку. Угу. Укачиваемся. Угу. Молодцы. Потянули выше и потянулись пяткой к уху. Потянулись. Получится, знаете, как эти... Дотянусь, не дотянусь. Давайте, тянемся. Все пяткой к уху дотягиваемся. Выше. У кого не получается, как получается, ухом тянемся, пятки, да, кстати, это ваша мобилка, и там прилеплена мобилка, там сейчас звонит телефон, и вам нужно взять трубку и сказать, алло, да, поехали. Вот, теперь ножку за голову, у кого получается, у кого не получается, не экспериментируйте сейчас, получится очень сложно. Ножку за голову, да, можно покататься на спинке таким образом, покататься, упасть, ничего страшного, если упадете ниже пола, не упадете, да. Достаточно, друзья, как у вас успехи, пишите в комментариях, получается, не получается, что получается, как настроение, пишите, пожалуйста, комментарии, опускаем ножку, и теперь будем пытаться немножко покататься на ягодицах. Потянулись макушкой вверх, раскрылись в грудном отделе, подсобрали мышцы пресса, успокоили, выровняли дыхание. Делаем глубокий вдох, выдох, да, расслабили мышцы, микродвижение, немножко сбросили напряжение с ручек, с ножек, чуть-чуть потоптались на ягодичках, еще потоптались, тело полностью расслаблено, расслаблено шеей, лицом, да, расслабили полностью тело. Вот. И теперь будем усаживаться в позу лотоса. Берем левую ногу, подтянули ее к себе и голеностопом укладываем на бедро правой ноги, пяткой разворачиваем кверху. Уложили и посидели вот в таком положении. Делаем глубокий вдох, потянулись макушкой вверх, с выдохом поползли вперед. Вперед, поползли. С каждым выдохом дотягиваем мышцы пресса, раскрепощаем зону поясницы. Поползли к правой ноге.
Пытаемся животом улечься на правое бедро. Дышим. Вторая нога еще расслабленно лежит на коврике перед вами. Ниже. Ниже. Дышим глубоко. Полным глубоким дыханием. Дыхание чуть-чуть глубже, чем обычно вы дышите. Старайтесь еще глубже вдохнуть, выдохнуть. С каждым выдохом дотягиваем мышцы пресса. Молодцы. И медленно перетекаем теперь к левой ноге. Теперь бедро укладываем на левую ногу. Дышим. С каждым выдохом подтягиваем мышцы пресса. Ручки расслаблены. Все тело расслаблено. Тело с каждым выдохом как будто бы стекает, расслабляется, опускается, укладывается на бедро сейчас ноги. Угу. Молодцы. Со вдохом. Прогибаемся в грудном отделе. Ручки расставили пошире. Вдох тела. Вдох, вдох, вдох. Максимально раскрываемся в грудном отделе. И с выдохом опускаем, расслабляем руки. Берем вторую ногу, это правая. Разворачиваем пяткой кверху. И укладываем сверху. И усаживаемся в позу лотоса. Сидим в позе лотоса. Тянемся макушкой вверх. У кого не получилось, положите ногу, как получилось. Либо оставьте перед собой. Ну, хотя бы сделайте пару движений, попробуйте. Попробуйте поднять ногу. Попробуйте. Угу. Уложить на сверху. Угу. И макушкой тянемся вверх. Угу. У кого получилось, можете сделать селфики и в комментариях прислать фотографию. Угу. Молодцы. Опускаем, развязываем теперь ножки. Да, укладываем перед собой. Угу. Потрусили, расслабили ножки. Потрусили, молодцы, расслабили, расслабили, расслабили ножки. Угу. Достаточно. Обняли ножки свои, согнули в коленях, подтянули к себе, обняли, максимально сутулили спинки, чтобы из спины получилось колесико. И теперь этим колесиком, позвонок за позвонком, закатываемся на спину. Угу. Поехали, такую качалочку делать. Расслабляем себя. Стараемся как можно дальше закатиться. Если получится кувыркнуться, ничего страшного, кувыркайтесь, да, там чуть-чуть на правое плечо закатились, на левое плечо закатились. Поэкспериментируйте сейчас тело. Шея расслаблены, шея не напрягайте, потрясите головой справа влево. Достаточно. Усаживаемся на ягодицы. Укладываем теперь перед собой ножки. Вот теперь берем правую ногу, у меня правая, вы вторую ногу, которую укладываем на бедро противоположной ноги, пяткой кверху. Вторая ножка расслабленная сейчас лежит перед вами. Вот, делаем глубокий вдох, раскрываемся в грудном отделе, за макушку потянули себя вверх, затылок чуть-чуть подали назад. Вдох и с выдохом тянемся вперед. Потихоньку укладываемся вперед с каждым выдохом. Можно, знаете, как еще как змея на охоте выползает из травы, немножко вправо, влево в области поясницы, да, потянули сюда корпус в одну сторону, в другую, и стекаем, стекаемся ниже, 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 дышим глубоко, с каждым выдохом подсобираем все тело вовнутрь в мышцах пресса, выдох, вдох, вытягиваем себя за макушку, выдох, подсобираемся в мышцах пресса, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Теперь перетекаем к правой ноге. Продолжаем стараться живот уложить на правое бедро. Дышим глубоко. Вкладываем, вкладываем живот каждым выдохом на правое бедро. Шеи расслаблены. Вот, можете продолжить делать самомассаж шеи, одно плечо разминать себе. Разминаем, разминаем шею, разминаем хорошо. И второе плечо тоже разминаем. Каждым выдохом еще подсобираем пресс и укладываемся ниже. Вдох еще раз и с выдохом еще раз дотянулись ниже. Пошли в другую сторону, противоположной ноги, медленно-медленно перекатываемся в противоположную сторону. Вдох,
И с выдохом укладываемся на левое бедро. Вдох. Выдох. Шея расслаблена. Тело расслаблено, ручки расслаблены, лица расслабили. Самое главное, лица, челюсти расслабили. Ниже. И со вдохом поднимаемся. Поднимаемся. Прогибаемся в грудном отделе. Руки расставляем в стороны. Потянули ручки сзади. Шею можно расслабить вправо-влево, понаклонять голову. Ручки взяли вверху в замочек и потянулись вверх. Тянемся. Наклоняемся немножко вправо, влево. Вдох, выравниваемся с выдохом вправо. Вдох, вытягиваем себя ручками. И выдох влево. Молодцы. Опускаем, расслабляем руки. Берем ножку, которая у нас отдыхала. И теперь пытаемся, пробуем, укладываем, у кого как получается, сверху на бедро. Усаживаемся в позу лотоса. У кого не получилось, оставьте ножку лежать на коврике. Просто попробуйте немножко ее приподнять вверх. Вот насколько получится. Насиловать ногу не надо. Грубо к телу обращаться не стоит. Да? Только с удовольствием еще одну. Оп! И лапу затянули, положили на бедро. Макушка тянется вверх. Вес тела распределили на две ягодички. Делаем глубокий вдох. Выдох. Еще доуспокоиваем, выравниваем дыхание. Внимание сейчас собираем в тело, прислушиваемся к своим ощущениям в теле. Как поменялись мышцы. Если ножкам тяжело в лотосе, можете сесть сейчас удобно, уже расслабить ножки, да? Как вам удобно, устать. Проверьте, чтобы весь тело распределен был на две ягодицы. Собираемся, уплотняемся, собираем тело. Вот. Наше занятие, друзья, окончено. С вами была Надя Инковая из Украины. А завтра мы продолжим нашу эстафету бесплатных онлайн-занятий. Присоединяйтесь к просмотру, приглашайте своих друзей. Уже после этого эфира расписание будет выложено на нашей страничке «Йоги без границ». Спасибо вам, друзья. Хорошего вечера.